Мяустер, срочные вести. Кто это сказал? Палика. Какие вести? Продолжаем проходить Monster Hunter World. Мы все еще... Уже какой час, я не знаю, я все еще на одном месте застрял. Ну, не то, что застрял, но... Я умышленно выполнял побочки. Фармил всякие вещи, чтобы... Более хорошие вещи скрафтить. Так, хочешь что-нибудь выковать? Я в два счета сбегаю в Астеру. А, сбегаю до Астеры. Одна нога здесь, другая там. Тебе что-то нужно, приятель? Так, слушай, а что такое лукоорудие? Ну, в смысле, что за улучшение лукоорудием? Я ни разу этого не делал, по-моему. У меня какой вообще установлен? Ой, блин, я вообще... Что это вообще? Что это за огромные списки вообще? Хер пойми чего. Мне тут вообще ничего не объясняли. На длинный ствол? Ха-ха-ха, если вы понимаете, о чем я. Я хер знает вообще, мне, может быть, кто-то бы объяснил вообще, что это за улучшение, как это делать. Оберег защиты. А я могу его применить вообще? В смысле, как его надеть, я хотел сказать. Как его надеть? Десять штук сразу нужно. Или проще сразу выковать, короче. Или проще сразу выковать вот этот. И уже его прокачивать.
Не кажется ли вам? Где? Нафига я сделал еще раз? Стоп, нет, нет, нет. Блин, как? Зачем, если он у меня был, я его сделал еще раз? Это же тупо. Как его убрать? Как его продать? У меня, блин, кость чудовища. Я могу его как-то разобрать, блин. Теперь у меня кость чудовища еще одна не хватает. Ну, капец. Ого. Что это? Я могу его изничтожить? Нахрена мне два драгоценных доспеха? То есть, блин, надо еще улучшить тогда уж. Разобрать лучше разобрать невозможно. Жаль. Да.
словами не передать, что я чувствую, когда думаю о спуске в долину. Пусть даже я и не покину безопасную зону. До сих пор все образцы мне доставляла бабуля из первого. Чем могу помочь? Я, наверное, не могу, да? Неужели нельзя продать повторный предмет? Пожалуйста, мы должны ей помочь. Пошли помогать, пошли. А что, у меня дополнительные, у меня все выполнены. Пошли попробуем. С этим псом драться. Я устал уже искать эту искаженную кость. Блин, неужели нельзя продать или разобрать повторную вещь? Ну, вообще какую-либо вещь. Как так? Как это произошло, блин? Как это произошло? А, я хотел надеть. Я, короче, нажал крестик, чтобы, потому что думал, что он наденет это, когда я нажму крестик. А он такой, бах, выковать. Блять, что нахуя? Второй раз ковать то, что есть. Как это вообще объяснимо? Если я 10 раз выкую, что мне это позволит сделать? Так, ладно, пошли бить пса этого. Я не знаю, конечно, у меня слабое оружие. Броня хорошая, оружие слабое, поэтому не факт, что получится. Ну, по крайней мере, можно попробовать. Вон там, я уж слышу его. Так. Пёс опасный. Надо понимать это. Даже при том, что у меня броня хорошая, но... Даже при том, что у меня хорошая броня, надо понимать, что это очень опасный враг. Вот видите? Ой, блин, вот это нехорошо. Блять, нет, погоди.
Хорошая вещь, на самом деле. Ой, блин, прям вот на него. Ну, надо было. Прям на клык. На коготь. Так, сваливай, сваливай. Мне надо, чтобы у меня кончилось кровотечение. Сейчас оно кончится, и все будет хорошо. Наверное. Все по хвосту, ну все по хвосту, ну. Нет. Ах ты гад. Очень быстрый он. Ничего не скажешь. Кровотечение все никак не проходит. Может быть, у меня открылось второе пока. Или может быть... Когда получаешь урон, она не залечивается. Это было бы логично. Воу. Это что за паркур? Пипец ты. Сука. Никак не... Уху. Воу. Твою мать. Нет. Нет. Неплохо. Плохо, что кровотечение все еще никак не залечивается. Кот, твою мать, кот, блин. Ну, кот.
Пока-то дождешься, короче. Так, надо подточиться еще. Блин. Ой, газ. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зря, это вообще зря было. Где ты? Молодец. Кровотечение все никак не проходит. Мне казалось, в прошлый раз оно остановилось самостоятельно. Ну, автоматически. Ой, ё-моё! Блин! Вообще зря, зря так сделал. Вообще не предвещал ничего это. Зачем ты вообще сделал глупый поступок? Теперь хотя бы не идет кровотечение, но... Блин, минус одна попытка уже. Это плохо. При том, что сейчас вот, ну, он вообще не кажется непобедимым. Теперь уже. Просто он очень быстрый, и надо не жадничать. Ну, конечно, эти грёбаные кровотечения, это вообще... Глупый обмен. Хорошо, что он убежал. То есть обмен не стоил того, мне кажется. Ой, ё-моё.
Да, господи, спрыгивай просто. Что там за месиво на одном квадратном метре, блин? Я не хочу даже идти сюда. Потому что там слишком много дерьма. О, гад! Нет? В смысле? Бей его! Неплохо. Нет! Уходи, уходи с траектории. Блин, как? Твою мать, широкая лапа, блин. Твою мать, опять кровотечение открылось. Ходит. Ну и ладно. Течение это нехорошо. С кем он там мучится? Что-то... Или просто так? О, я так и думал. Неугомонный, блин. Иди сюда. Просто я не хочу нарваться сейчас на атаку того. Выбесился. Ой-ой-ой. Уходим нахер.
Блин, побеждает пес. Почему? В общем, пес проигрывал. Пес не захилится случайно? Да твою мать! Блять, что ты делаешь? Волнительно, не хочу проигрывать. Воу-воу-воу, я не думал, я думал, он сейчас уйдет. Нет! Погоди, нет! Нет, блин, нет, нет, погоди, нет. Супертоник. Какое-то. Вот выбесился-то, а. А, блин. Что будешь делать-то? Куда? Типа я такой, куда ты пошел? Я же тебя почти победил. Но не, на самом деле, что-то вот это тут очень было плохо все. Я был как будто бы прям под угрозой смерти. Под угрозой второго нокдауна. Вот. Блин, кровотечение не проходит, оно что-то долго не проходит. Может быть, что-то надо съесть, я не знаю. У меня ничего особо нет. 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 Блин!
Ого. Уходим. Я сейчас сдохну просто. По-моему, кто-то поковылял. Кот, неси. Блядь, быстрее, кот. Твою мать. Вообще не это, не действует ничего. Куда идти-то? Не, стоп, он тут прошел, но он тут не сидит. Наверное, сюда. Да, его логово там, где-то налево. Кровотечение, конечно, блин, все осложняет. Я не понимаю, почему оно не проходит. Он где-то здесь, по-моему. Обычно зелье только одно. Ну круто. Да, вот тут его логово. В прошлый раз я тут и умер. Фу-ху, отлетел он. Блин! Да блин! Да,
Так, тихо. Ну пошел. Эй, йоу. Ой, искаженная кость. Как все просто было. Искаженная кость в логове лежит. Ну или это случайность просто. Что она мне попала сейчас? Блин, ну умри уже, пожалуйста. Ну, не я. А ты? Блин, только кровотечение прошло, блин, ну. Нет. О, да. Япона, мать. Мы его сделали. Е-е-е. И молот не понадобился. Хотя я нашел кость наконец-таки для него. А нет, стоп. Не то, что я хотел. Где они? Я думала, они... Где она? Я думала, она с тобой. Я пойду еще разок посмотрю. Ну уж нет. Вы в порядке? О, я до смерти перепугалась. Ладно, спокойно. Я просто рада, что вы не пострадали. Спасибо. Я думала спрятаться и переждать, пока он уйдет. Но вы двое избавили меня от такой необходимости. Ну все, хватит слез. У нас был уговор, помните? Узнали о долине все, что смогли? Рассказывайте, что вы там почувствовали? Мне кажется, что чудовища приходят в долину умирать. Это их кладбище, и вся местная экосистема вращается вокруг этого места. За мной. Вы правы.
Долина — место, где чудовища обретают покой. Они чувствуют приближение конца и отправляются туда. Их тела питают коралловое Нагорье. Из смерти рождается жизнь, которая, пройдя полный цикл, возвращается в долину. Это экологическое чудо, равных которому я не видела никогда. Да. Но задали ли вы себе главный вопрос? Какой? На чем все это основано? Какое чудовище способно питать столь огромную систему? В чем тайна перелета древних? Ты знаешь ответ? Они здесь умирают? В точку. Смерть древнего — это катализатор. Долина — это могила Дзора Магдароса. По крайней мере, она должна ей быть. Все указывает на это, но Дзору нигде не видать. Его тело втягивало и копило в себе энергию. Возможно, он пытался куда-то ее направить? Я этого не знаю. Но я знаю, кого стоит спросить. Отвлекают. Найдите их первыми. Смотрите, это дождь жизненной энергии. Вот бы мне прожить еще 300 лет. Может быть, этого времени хватило бы, чтобы своими глазами увидеть эту смену эпох. Друзья, вы должны закончить это дело. А я хочу еще немного побыть здесь. Посмотреть, что дает смерть и что несет жизнь. Блять, кто там названивает в дверь, а? О, кость чудовища, это хорошо. Блин, мне теперь еще одна нужна. А, я две взял. Неужто? Искаженная кость тоже. Теперь мы можем сделать и броню, и молот новый. Сраный пес, да? Мига. Хочу отдельно поблагодарить вас за отчеты по Коралловому Нагорью и Гнилой Долине. Блестящая работа. Хм. Если наш следопыт и наставница Третьего флота согласны насчет Гнилой Долины... А значит, это место действительно можно считать чем-то вроде кладбища древних драконов. Нужно скорее сосредоточить поиски в этом месте. Остается только один вопрос. Если Дзора Магдароса нет на кладбище, то куда он делся? Возможно, на этот вопрос могли бы ответить первые вивирианцы. Советую начинать поиски в древнем лесу. Это ближайшее к ним место, а
Это ближайшее к нам место, где видели первых вивирианцев. Отправляйтесь в экспедицию и попробуйте выследить их. Время, к сожалению, не на нашей стороне. Ой, я вновь в Эстере. Возможно, первые вивирианцы знают про Зора Магдароса или что-то типа того, она сказала. Я наконец-то вернулся в Астеру. Ой, могу про... продать снаряжение. А, просто за деньги, короче. Этот уже не верну свой. Ну ладно, давай продадим. Ничего не поделать. Разобрать нельзя уже. Кстати, те котики теперь, как я их не могу с, теперь с ними функционировать, взаимодействовать? Приветствую, Мяустер. Вот это была операция. Мы тут помурчали и решили, что ты заслуживаешь отдыха, так что мы подобрали тебе жилье получше. Просто выбери частные комнаты, в меню перейти в новую комнату. Мяукнуть не успеешь, как окажешься в новом жилье. А, ну давай. Раз так можно. Окей. Приз получен. Путь к комфорту. Ого. Это где, блин? Под водой? Что тут? Аквариум. Мяустер, я слышал, тебе удалось превратить исследовательскую базу в дирижабль. Я считаю, ты заслуживаешь награды. С этого мяумента я буду снаряжать твоих миньонов в походы. О, просто выбери поход миньонов из меню. Надеюсь, это тебе поможет. Они вернулись? Да, они вернулись, слушай. Так. Поход миньонов. Отправить в поход. О, что тут появилось новое? Я не могу отправлять тех и тех. А, только одну какую-то группу. Окей. Мяустер, помните кочевников, с которыми мы сдружились на Коралловом Нагорье? Они научили меня разговаривать с шамасами. Подумать только, я буду общаться с кем-то из них.
Как только увидим следующего Шамаса, я попробую уговорить его присоединиться к миньонам. Так и хочется запрыгнуть ему на спину и прокатиться, как кочевники. О, это клёво. Это клёво. Много всего клёвого. Одним словом. Вот. В следующий раз прокачаем, в общем, как я уже сказал, молот, броню и пойдем на следующую миссию. Вот. Не знаю, может быть, прям сегодня второй стрим еще сделаю. Но, по крайней мере, сейчас я чуть-чуть отдохну, перекушу. Так что, так или иначе, на данный момент распрощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока.